Так, а в нашем подземелье все весело, да? Всякие вонючие скорпионы, всякие вонючие герои. Давай-ка вот сюда подкинем. Там как раз ловушка сработает шикарно. Так, слушай, ну паучки это, конечно... Ты глянь, какие мега элитные пауки. 2500 хп, ё-моё. Решил тут построить, конечно, я себе дешимулятор. Тут сейчас чувствую, он пригодится нам такими-то темпами. Так, золотые жилы. Давай, сокровищницу на пол. Тут еще гномы периодически к нам ломятся. Да, миссия полна сюрпризов. Поспать, пожрать все хотят. Ну, ребята, не время. Тут как бы жопа. Я вот теперь думаю, блин, горгу подкинуть вот сюда? Или все-таки на гномов? Что-то мне кажется, надо кидать его на пауков. Надо быстро пауков развалить. А то эти сволочи разрастутся так, что жесть нам будет какая. Большая, неприятная ситуевина. Так, погнали. Ребята, валите. Эй, горгу. Ты куда? Сюда давай, вали всех. Наши ребята пока тут зачилят с паучками. Ты там развлечешься с ними тоже. Так, начинаем фиесту подземелья. Да у нас она тут и не заканчивалась. Она у нас, блин, и не заканчивалась. У нас тут по КД фиеста. Так, давай сделаем здесь сокровищницу. Тут очень много золота классного. Так, сейф это хорошо, это приятно. Сохранение это всегда хорошо. А вот зарплата это всегда плохо. Флаг для обливания сбора. Вот это фигня полная. Вот инфузоры можно заделать. Это уже более полезная штука. Так, ребята, что там с паучьими гнездами? Они еще живы? Да ладно. Офигеть, я думал, вы их уже уничтожили. Так, вперед сюда. Тут горгу у нас есть, он поможет. Да, конечно, не так хотела потратить горгу, но придется, видимо... На какое-то время... Без этого обойтись, потому что горгу сейчас закончится. Вижу, ты все сражаешься с моей сестрицей. Буду рада помочь за ресы. Да нет у нас ресов. Чувствую, придется сейчас мне вот эту комнату расширять вот сюда. Ну какие коробки у меня самого их нет. А, золото. Золото я могу. Золото на. Это легко. Мучи с грацией, дружище. Хорошенько повеселиться тебе, сестрицей. Грязная предательница. Это я могу. Сейчас волшебные инфузоры поставим. Вот это будет клево. Они требуют дофига коробок, но зато будут эффективными. Давай, раз и два. Так-так-так. Ну, думаю, этого будет достаточно. Так, динамитная рогатка. Да, я в курсе. Мы ей воспользуемся, но немножко позже. О, лятус, как много. Да, отвали. Как много коварства, да? 48, нормально, забираю. Так, ребята, идем чилить. Тут мы практически пронесли им, да? О, бомбочка, повзрывать можно все. Неплохо, неплохо. Так, давай дальше копаться. Посмотрим, что у нас тут еще имеется. Может быть, тут какие-то интересные комнаты будут. А может быть и нет, хрен его знает. Пока делаем так. Тут, кстати, я бы даже дверку задел. На всякий случай, то мало ли что там. Впереди может нас ждать, да? Пока что тут гномы. С нашими сопляками, кстати. Так, ну сюда мы пробьемся, да, нормально. Так, шни, копай быстрее, ё-моё. Сколько можно? Так, а тут мы хотели дешимулятор вроде как заделать. Да-да-да, помню. Ну так давайте сделаем. Денег, правда, мало. Ну вроде у нас дофига там было золотых жил, так что должны мы справиться с этим. Так, давай. Раз. Два. И на третий не хватает места. Ну, на третий сейчас сделаем место, не переживай. Ща все будет. Так, а вот это хреново. Ну, слушай, у нас, в принципе, тут золото есть, да? Золотые жилы. Мы можем, в принципе, тут покопаться. Вот так сделать. Нормально, да, давай тут покопаемся. Потом, если что, еще сюда пройдем. Вот здесь вот. Тоже золотая жила есть. Слушай, а если честно, я прям приятно был удивлен паукам. Я реально уже... Думал, их полностью заменили скорпионы. Импорта заместили, так сказать. Но нет. Паучки как были, так и есть. Перехватить караван. Но он еще не пошел. Перехватим. Как же много тут заданий, да? Защитите черное сердце. Так, ну это, по идее, надо уничтожить их. Центр, я так понимаю. Так, а тут я бы сделал коробку, которая взрывается.
Слизни. Давай, наверное, парочку. Так, а это надо сделать по-другому, да? Так, а как оно работает? Два в глубину надо. Вот. Типа вот так, да? Так, нормально. Делаем еще немножко золотых месторождений. Эй, моноглоты! Валите моноглотов, алло! Если эта скотина сейчас отъестся, это будет нам очень всем больно и плохо. Резко причем. Ни в коем случае не надо дать ему отъесться. Оно ж отжирается, и все, и потом хер убьешь его. Этих моноглотов гребаных. Так, ребята, как там у нас с героями? Да вроде идут потихоньку. Пусть идут. Пускай идут. Я разрешаю. Еще моноглоты. Вот их тоже убиваем. Как видите, у меня в приоритете моноглоты, чем герои. Потому что они более опасные. Так, три дешимулятора. Шикарно. Коробки бы прокачать еще как-то наши. А то что-то как-то мы совсем мало их крафтим. Ну хотя вот инфузор работает. Нет, они не работают. Никто на них не работает. Чтобы инфузор работал, надо, чтобы на них кто-то тоже работал. Просто все звучит, да? Ну так оно и работает. Эх, день зарплаты опять. Вечно надо им деньги платить. Можно, конечно, взять прикол на куропаток, но то не то. Совсем, не то кино. Не так интересно. Ой-ой-ой-ой. Ребята. Я вижу проблемы впереди. Еще моноглоты. Ребят, тут проблемы. Так, все, нет больше маны. Нечего тебя кушать. Так, куда вы пошли? Тут вон, пиздец, впереди по курсу. Так, ребят, давай, короче, Горгу сюда, поехали. Вызываем его. Отлично, Горгу здесь затащит. Горгу, ты где там? Ты у нас по этому флангу пройдешь, я так сказать. Так, моноглот здесь. Ну, я думаю, он, в принципе, мы его как-то обойдем там, да? Так, вот золота, кстати, много. Тут какая-то комнатка интересная. Давай посмотрим, что у нас там. Так, Горгу, погнали сюда. Поехали. Ты там справишься, я думаю. Чисто в Соляново. Да нет, нафига мне эти ваши трупы? Лавни? Чё? А даже они тут есть? Охренеть. Я пока что в шоке. То есть камбэки у нас тут за камбэками. Прям все есть. Так, зло. Сюда. Нет, сюда. Ну, ну хотя бы сюда. Так, а тут мы взорвемся. Так. Коварство. Так, ну лавни мы тоже поубиваем. Кстати, вот лавни очень неприятные, ребята. Очень неприятно. Может быть, Горгу натравить на лавне, а? Давай так и сделаем. Слушай, я лавни очень не люблю. Горгу, тащи. Мочи их всех. Отлично, а теперь давай вот это. А теперь логово давай. Смотри, как оно прочно, да? Даже Горгу еле-еле ломает его. Жесть. Это к слову о том, что лавни довольно опасные противники. О, мы можем коробки создавать. При помощи маны. Отлично. Я совсем про это забыл. А, ярость уже? Ну подумаешь, куропаток немножко не покушали. Зато у нас все есть. Магические аккумуляторы. Так, дешимуляторы появились. Шикарно. Так, Горгу у нас все, да? Закончился. Жаль, жаль, жаль. О, ребята! Помощь! Вот это наглость. А, ну это получается у нас перевозчик едет. Да-да-да. Неожиданно и неприятно. Надо прокачку делать какую-то. Слушай, у нас вот существа страдают по уровням. Прям сильно страдают. Надо больше левелап им делать. А то что-то как-то без уровней тяжко. Ну, смотри, как мы сливаемся. Прям жесть, да? Да ты что, серьезно? А то я не заметил. Подкрепа. Небольшая, но какая есть.
Сейчас пойдем хилиться. Слушай, миссия довольно душная. Но она долгая, типа я тут половину миссии прошел за час. Чувствую, блин. Долго все это будет. Очень долго. Ты глянь, ну просто тут очень душные враги. Очень душные. Их до хера. Да добейте вы его уже, кто-нибудь. У нас все сдохлые. У нас вся армия сдохла здесь уже. Жесть. Ну там дешумуляторы сейчас будут работать, наверное. Типа, банально некому воевать. Просто, и тут еще пачка идет. Ё-моё, Горгу, а ты там готов? Нет. Надо было, наверное, эту пачку вот этими бомбами развалить. А там все сдохли. Некем воевать, некем. Подождите, парни, я сейчас не отрезался еще. У нас как бы, ну, типа, вообще реально неким. Это правда. Так, забираем коварство, качаемся, как можем и что можем. И в портал быстро. Блин, у нас больше коварства, чем денег. Офигеть, как такое бывает? Я пытаюсь. Нам пока некем. Это проблема такая небольшая у нас. Причем ловушек у нас на входе прям до хера. И все равно они проходят. Ужас. Как это происходит, я не понимаю. Но через 2 минуты Горгу будет. Пойдем гномов этих раздрюкаем здесь. Потому что это ну прям беда какая-то для меня лично. Типа эти гномы, которые нападают сверху, это беда. Они напрягают. О, золото есть. Слушай. Как это так у нас тут дофига золота, я не в курсе про это. Добейте его. Потом пойдем коварство заберем. Слава богу, ё-моё, они еще бунтуют там, вы охерели. Сейчас для бунтов, ну вообще не время. Надо бы прокачаться тут хотя бы немножко, а то что-то как-то совсем душно. Усиленные городские ворота, ну это дальше проход, да. Так, мы только половину сделали, ё-моё. Тяжело, тяжело, да. Ну, реально половину. Это очень мало. То есть я еще час должен провести на этой карте? Жесть. Походу, да. А, новая пачка, здрасте. Ну, тут у нас хотя бы сейчас Горгу где-то будет, да? Уже будет веселее. Даже летучие мыши, видите, как-то слабенько справляются. Давай более классные заклинания. И порталом качнем. Давай вот тоже что на сердце надо немножко качнуть. Ну, сейчас у нас Горгу будет, в принципе. А, ну как сказать будет, у нас коварства нет. Ну мы пачку какую-то убьем и будет Горгу. А, вот и коварство, нормально. Все, можем вызывать Горгу. 20 секунд и вызываем. О, ну это уже интересно. Это прям очень интересно. Так, а куда мана идет? А куда вы ману тащите? А, на инфузоры. И мана нужна? Не знал. Ну, или, может быть, знал, но не помнил. Так. Горгу! Самое время сейчас атаковать. Поехали. А, ну у меня тут все полудохлые. Ну мы разберемся. Поехали. Поехали, ребята. Мочить их всех. Дальше, вперед, вперед, вперед. Не отлыниваем от работы. Ну ладно, хотя бы Горгу пусть идет. Хотя бы кто-то. Еще и моноглоты тут, ну прекрасно. Этого нам тут не хватало. Ну мы хотя бы ману тут забрали, кое-какую. Что-то как-то совсем мало. Горгу сюда. Заходим. Вообще насрать, я абсолютно зло, мне похер. Так, больше половины совета было освобождено, класс. Сюда давай. Скоро я положу этому конец, прощайтесь со злом. Теперь это будут игры про гномов. Ну, что-то я не очень уверен в этом, если честно. Про гномов? И как они будут называться? Гномы-вредители? Это вам подходит. Да, кстати. Раздался шум, громкий бум, и гномий Аксион взорвался. Давай еще вот этих ребят убьем.
Отлично, неплохо, спецэффекты-то устоили. Похоже, твоя маленькая гномия королевство сгорело дотла, Брунхильда. А мне так жаль. Горгу дальше. О, еще новый вход в верхний мир открылся, класс. А, жалко, закончился. Ты за это заплатишь, тварь остроухая. Смола и перья, меньше, что тебя ждет. Ребята, вы там отрезались, а то что-то как-то ну совсем плохо. У нас тут до горгу одного надеяться как бы хорошая идея, но вы тут сами должны еще как-то справляться, нет? Тут, кстати, можно комнатку какую-то заделать. Правда, не знаю пока под что, но мы придумаем, не переживайте. Надо какие-то грейды сделать. Давай все-таки зелье это имба. Вот реально имба. Прям лучшая штука эти зелья. Так, коварство у нас дофига. Кстати. А, давай сразу сложное зелье. Вот так вот сделаем. И тут комнату под зелье сделаем. Зельеварня у нас тут будет. Хорошая, такая большая. Так, ну тут меткие стрелки. Ну слушай, самое главное, что мы развалили эту гребаную гномию цитадель. Это прям очень сильно не давало мне жизни. Прям мешало жить, серьезно. Так, давай прокачаем наших существ. Они тоже должны получить новые навыки. О, тут что-то есть. А ну-ка, давай туда копнем. Ну, в принципе, золотых жил у меня хватает. Опять моноглоты. Да что ж ты будешь делать с ними? Сморчик, а ну утихомирь его. Разберитесь с этой проблемкой. А я вам тут гостиницу улучшу. Хорошая сделка. Так, зельеварня. Поехали. Вот сейчас мы тут заживем. Самое главное было сделать зельеварни. Потому что что-то без зелья как-то тяжко. Так, ну тут еще одна комната с гномами осталась, но мы ее, думаю, добьем попозже. Сейчас пока что не до них. То есть кое-какие места, куда мы можем прокопаться. Я очень хочу глянуть, что там. Может, там что-то полезное будет. Как артефакты. Кстати, вот обратили внимание, артефактов вообще нет. Мы их просто не находим. Они как будто вымерли. Так, тут золото у нас имеется. Тут тоже золото. Слушай, золотых жил прям до хера. А ловушки почему-то не работают. Хотя коробки у нас имеются. Странно. А, мы можем теперь сюда выходить. Класс. А, тут еще у нас этот, да, есть. Ну, мы, я думаю, тут как-то спокойненько так пройдем потом. Самое главное, чтобы у нас ребята отрезались. О, ну вот, да, то, о чем я говорил. О, а вы тут что делаете? Так, это что у нас? Существо делает всех атакованных врагов на 50% уязвимее. Давай тебя. Так, еще комнату со скорпионами выкопали. Но это не самая главная беда. Скорпионы здесь какие-то такие мальчики для битья, по большому счету. Самый главный наш здесь противник, это почему-то моноглоты. Ну и гномы, естественно, да. Куда уж без них. Так, ну мы ждем горгу и, в принципе, можем влетать. Так, ладно, моноглота давайте поубиваем все-таки, а то они глаза мозолят. Вот этих гномов мы, думаю, добьем и пойдем наверх. Еще скорпионы. Жесть. Ну, здесь, конечно, да, горгу пригодится. Так, давай здесь огоньку бахнем. Зажжем эту вечеринку, так сказать. А то мана-то есть вроде, надо бы ей пользоваться. Ребята, в бой. Ну куда вы ушли? В бой, я сказал. Так, коробки можно наспавнить. Что-то у нас их маловато. На складе вообще написано 0. Удивительно. Так, дешимуляторы работают, да? Да, вон кого-то даже воскрешают. По идее. Или нет. Неважно. Самое главное, что наши существа уже 7-го левела. Это нормально. Давай до 8-го. Уже веселее. Так, золотые жилы, кстати. Еще и лавни, ё-моё. Слушай, ну тут как бы это, знаешь... От плохого к худшему мы пока двигаемся. Но зато тут до хера золота. Не, нам горгу очень нужен здесь. Ну сейчас мы его вызовем. А, ну как сказать, вызовем. Если бы коварство было где-то, мы бы вызвали. Но это коварство мы все забрали, да. Обидно, коварства нет.
Придется походу по стариночке. Самостоятельно. Эй, у меня стал сюрприз. Мои золотодобычки применили золотой портал и проникли прямиком в твое подземелье. Здорово, а? Великолепно. А проникла ты сюда? Потому что лавни тебя ждут. Да опять какая-то засада. Отвратительная засада. Подлая, ужасная. Я бы тоже так поступила. Это правда, кстати, мы бы так же поступили. А где портал? А где он? Просто я не против порталов, но знать бы еще где. О, золотые жилы. Ты глянь, как их тут много. Класс. Так, проезжал геройский экспресс. Так много действий на минуту. А, эта миссия прям все соки с меня выжимает. Она прям реально длинная. Ужас какой. Ты глянь, какая она длинная, да? Она даже не думает заканчиваться. Так, ну тут все нормально. А, ну там мы не можем ничего сделать пока. Да. Ну, лавни, то хер бы с ними. А хотя в смысле? Да что ж ты будешь делать? Ребята, давайте мы сначала вот это убьем, да? Горгу вызываем сюда. Нужна хелпа. Я еще вот этого вызову, типа. Пусть тут тоже поможет нам. Страж преисподней. Ну глянь, как их много тут. Ну ты че, ну что это такое? Надо сейчас почистить все наше подземелье от этого говна. И передохнуть. Горгу, ты идешь к лавням, ты забыл? Ребята. А вы идете куда-нибудь тоже. Не знаю пока куда. Ну давай вот, например, к скорпионам. Вроде они вам понравились. Чистое абсолютное зло в Солянова все делает. По классике. А, тут еще лавин остался. Ну, насрать на него. Он, по идее, не должен нам мешать. Так, следующая пачка. Вонючих гномов. Да, долго вы это делаете. А вот и портал, кстати. Ну, был, извините. Забыл указать один важный момент. Это был портал. Дело сделано, но убей тут лавня тогда последнего, но я не знаю. А вообще было бы неплохо уже наружу выйти. Посмотреть на божеский мир. Что у нас тут интересненького? Вон всякие герои есть. Давай поубиваем их. Какой-то портал. Давайте его тоже сломаем. А, это мы пройдем туда. Нет. Где я? Это портал к доброму существу, мне пока это не надо. Да, нормально, нормально, пойдет. Горгу в КД. О! Ребята! Взрывчаточки не хотите? Нормально. Так, давай сопляков уже освобождать. Это что это такое? Мы тут задержались в этой миссии. Прям чрезвычайно задержались. Пора бы и миссию выполнять. Сколько можно? Так, коварство немножко имеется. Давай качаться дальше. Надо, чтобы сморки у нас были 10 левела. Вот тогда не дадут всем просраться. О, наши любимые зелья подъехали. Поехали. Слушай, а тут элементаль еще живой. Типа Горгу его не убил, хотите сказать? Странно. Обычно он слушался моих приказов. Надо будет с ним поговорить потом на досуге. Опа, коварство. Это мы берем. Это нам надо. Как и это коварство. Так, ну что, поехали посмотрим, что у них тут. Ковбойский лагерь там какой-то, да? Разведаем. А, ну тут крутые ребята, типа, да. Опа. Раскаты грома. Ну, кстати, надо было сделать его в замесе, мне кажется. Ну ладно, пофиг. Мы уже довольно сильны, в принципе, можем, наверное, спидранить этот уровень. Ну, или не спидранить, но хотя бы пройтись куда-то дальше. Восьмые левела, это уже веселее. Сейчас коварство еще нафармим, мы и будем качать дальше. Потому что золото вроде как нормально, золото подъехало. Подземелье практически все выкопано здесь. Ну, может, где-то еще тут какие-то там лавни или прочая херня, не знаю.
скорпионы, может быть, там какие-то. Но то такое. Это уже лирика. Давай, наверное, еще таких демонов откроем. Они вроде тоже прикольные были, если я правильно помню. Вот так вот сделаем. Так, погнали. Тут со скорпионами подеремся. Чего бы и нет, собственно. За них же вроде тоже коварство дадут. А если не дадут, то хотя бы мы экспу полутаем. А, пусть посещает. Я всегда рад гостям. Гостям я рад всегда. Пусть заходят. Так, а ману у нас никто не... Нет, добывает, но я просто очень мало. У нас мана все тратится на коробки. Давай тогда, знаешь, что мы сделаем? Один инфузор уберем. Магические аккумуляторы. Но они, по идее, нам не так, чтобы сильно нужны. А, ну вот элементали, да. Слушай, я как в воду глядел. А что такое, ребята? Что мы тут просираем? А что случилось? Мы же сильнее. Ага, портал. Прикольно вы придумали. Ну тогда я портал открою. Сейчас, секунду. Скорпионов добью только. Так, ребята, домой. Отлично. Тут говорят, вонючие герои нас решили навестить. Поехали. О, улучшение комнаты. Давай пивоварню загрейдим. А, я даже не знаю. И зелеварню. Зелья, чтобы лучше и круче были. Так, огоньку сюда. Нормально. Слушай, а мощные, да, ребята? Очень мощные. Прям бьются, будь здоров. И они, возможно, даже сейчас нас поубивают. По дороге ехал караван с третьей приемной дочери какого-то мелкого принца. Опа, этого мы типа... Ждем. Талия, ты повторяешься. Хватит. У нас тут проблемы посерьезнее. У нас тут ребята полумертвые почему-то. Так, дверки мы сейчас восстановим. О, сила орков. Вот это класс. Урон возрастает на 100, вообще жесть. И броня плюс один. Ну прям вообще одни плюсы. Угу, нормально. Найдем сюда летучих мышей еще. Так, надо подумать, чтобы нам еще такого тут сообразить, а? Может, комнаты какие-то подкрывать, но это уже, в принципе, большого смысла не имеет, наверное. Золото у нас до хера. Портал атакуют? Блин, вот это неприятно. Придется топать вручную. Ножками. Так, ребята, давайте немножко тут разберемся и пойдем третьего принца убьем, или кто он там? Принцессу? Так, сморки максимально закачаны. О, пошло дело. Железные орки. И погнали дальше. Тут есть кое-какие проблемки. Так, ребята, бафаемся и побежали. Надо, так сказать, третью принцессу навестить. Поехали. Сюда, 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 вы куда? Куда ты ушел? Все идем сюда. Под бафом полетели. Так, сейчас мы ее сломаем. Карету, да? И поедем, наверное, соплячка последнего собрания. А то что-то он тут сидит, бедняга. Даже не понимает, что происходит. Так, тут еще надо бы... освободить их, да? Ну и тут сопляки еще остались, последние. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Так, давай сначала элитную жрицу. Элитно примем. А там дальше по накатанной. Поехали. Так, ну, лавни на нас вроде как не нападают, да, эти элементали. Ну и хорошо, им же лучше. Если бы они нас нападали, я думаю, это жизнь бы их продлилась недолго. Так, а вот и карета. Здрасте. Че везем? Контрабанду? Это мы изымаем. Так, погнали тогда быстренько вот это дело развалим тоже. Че бы и нет. Раз уж мы здесь, так сказать. Раз уж мы недалеко. Развалим.
Опа, портал. А помочь нам с этим порталом некому, да? Обидно. Ну что ж. Это, думаю, не самая главная проблема. Ну капец, ты смотри, какие они сильные, да? Прям жесть, летят, убивают все. Да-да-да, я знаю, что они портал сделали, я видел. Но опять же, это им ничем не поможет. Сейчас мы тут приголубим их ковбойские деревни. Так, забери коварство, пожалуйста. Ага, спасибо. Так, а это значит, что мы идем 10-й грейд. Максимальный. Так, идем домой, да? Да, давай домой, быстренько. Отлично. Принимаем их тут. Ну, кстати, можно и Горгу вызвать. Че бы и нет. Ща развлечемся. И властители ада тоже можно сюда, че бы и нет. Поехали, ребята. Встречаем гостей. Выпей яду. Это они любят. Скорости можно им подкинуть сюда еще и забывчивости небольшой. Отлично, можно и наверх. Так, ребята, кто там нас? Нас бочки катил, а? Скорпионы, говорите, тут есть какие-то. Так, ну надо поезд перехватить. Ну, где-то тут гоняет. А, так, здесь. Ну, потом, думаю, разберемся. Как он медленно идет. Как же он хорош, да? Абсолютное зло наше. Аннигилирует все. Так, ну погнали, гнездо развалим тоже. Это, думаю, нам будет приятно. Не хочется оставлять вонючих скорпионов здесь. Тем более за них дают коварство, которое нам, в принципе, пригодится. Опа. Вот это, конечно, неплохо вы придумали. Так, а поезд тут ездит? Думаю, да. О, пони. Единорожка, а ты тут давно тусишь? Че-то я тебя тут даже не видел. Он даже первый рывок, наверное, не успел сделать. Я подумал, сейчас даже не успеет первый рывочек сделать, бедняга. Как же вы тут доминируете, а? Так, погнали дальше. Тут, в принципе, можно уже спидранить до финиша. Ну, или не спидранить, но просто идти. Потому что у нас тут ребята прокачанные уже. И просто идут и убивают все живое. Нагов давай качнем. А, там коварство валялось. Ну, там мало его, судя по всему. Погнали, ребят. Летела тыквенная карета какой-то неизвестной принцесски. Но ничего, мы ее, так сказать, встретим. Вы же знаете, я люблю встречать принцесс. Они классные. Так, забывчивость, скорости вам сюда. Поехали. Мочите все. Ё-моё, вот это пошел урон, да? И прокачка пошла тоже. Так, нет, нам другое место надо. Нам сюда надо. Нам надо принцессу встретить, во-первых, а во-вторых, надо еще сопляков убить на поезде. Ой, ну не убить, захватить, спасти, ну вы поняли. Эй, мне нужны тут кое-какие ресурсы, не поможешь? Индюша, да это мы можем. А, нет, слушай, не можем. Чё-то они у нас немножко закончились. А поезд тут проезжать не будет нигде? Ну где-то тут будет проезжать, да, нормально. Ребята... А что это у нас тут происходит? Ну слушай, вот это вот пошел урон, да? Тупо идем сносим все живое. Обычное животное. Подозрительно. Ребята, падаем с ног. Еще принцесска едет. А мне даже хилиться не надо, у меня все живые и так. Давай вот это сделаем. Полезная штука. Так, ну поезд, если что, мы перехватим потом еще разок. Это не беда. Самое главное убить всех тут ребят. И забрать их печень. Бедных коняшек поубивали, ни за что просто. Лошадков
задушили. Так, у нас коварство максимум. Ну вот и демоны теперь 10 левела будут. Шикарно. Поехали. Падаем с ног. Слушай, классное заклинание. Что-то как-то недооценивал его, да, раскат грома. А на самом деле оно клевое. Берешь всех с ног, скидываешь, и все. Так, мы так под спидами, все хорошо. Ой, кто-то пришел к нам. Да ты что, серьезно, ребята? Ну, обидно вам это говорить, но вы пришли на свою смерть. Похоже. Так, давайте ковбойский городок тут сломаем. Чисто так, чтобы он глаза не мозолил. А, кстати, портал до сих пор стоит, но что-то к нам никто не тэпается. Подозрительно. Так, гномы готовятся к нам опять идти. Ну пусть идут, я готов. Мы их всегда ждем. Абсолютно всегда ждем. Так, давай мы тут этот, сейчас придет поиск к нам, да? Надо где-то тут его принять. Где-то тут он будет ехать, да, вот тут мы его примем. План перехват. Давай индюшек больше, я не знаю. Собрачков качнем. Уже как-то, знаешь, такой этап у нас в игре, когда я даже не знаю, куда девать ни деньги, ни коварство. Уже некуда их, по сути, девать. Опа, это что такое? Ага, значит, мы поезд сегодня не перехватываем. Обидно, обидно. Ну, давай в черное сердце. Блин, ребята пошли лошадь мочить. Ну, вам же виднее, да, кого убивать надо? Лошадь мега опасная, конечно. Так, давай грейды комнат там поделаем всякие. Коробок вызовем там. Кстати, маны вообще никто не добывает, да? Типа у нас ее мало. Давай, может быть, сделаем еще один на этот аккумулятор, или как он называется, арканиум. Что-то как-то мне это напрягает даже. Так, ребята, работаем. Сморки 10 левела не могут убить типов. Как так? Что произошло? Вы же сильные. О, это классная тема. Это наш любимый лах-бабах. На! Давай, взрывайся. Хорош. Еще ловушка нам помогла, видели? Шикарно. Опа. А вот так. Давайте силушку вам сюда богатырскую, поехали. Так, надо комнату эту прокачать. Что-то как-то медленно у нас очень тут все происходит. Слушай, у нас тут артефакты? Они спавнят артефакты, или мне кажется? Улучшить подземелье. Скорость орды. А, это наши зелья тут валяются. Да-да-да-да-да, я понял. Типа они прям валяются здесь. Я что-то подумал, что они какие-то артефакты научились делать. Это было прикольно. Так, Горгу там скоро. А, Горгу уже готов. Горгу, погнали. Ты всегда готов. Сейчас единственная проблема будет у нас, да? Это то, что мы тут вот... Да, вот это проблема. А можем ли мы тут сделать портал? Да, можем, отлично. Ребята, поехали. Хотя бы так. А, стоп, вы не можете сюда? Не, могут, могут, нормально. А где тут они дальше едут? Здесь аж, ну блин, это далеко. Ну там станция, они останавливаются, погнали. Да, тут у них остановка. Тут-то мы их и перехватим. Бегом! А где Горгу? Это как? Вы что, охерели тут или как? А Горгу мы не вызвали, хочешь прикол? Так, второй поезд Брунхильды отправился в мир иной. Где ему, собственно, самое место. Так, ребята, я не понял. Эй, что ты вечно встреваешь? Погоди у меня. На золото Нуфликса я соберу армию, которая втопчет вас в грязь. Да-да-да. Удачи. Так, Горгу, выходи. Какого хера ты сидишь там? Пора бы подраться. Все? Разговоров-то было. Так, погнали. Нам надо немножко дальше. Так, бери свои коробки. И мы тут сейчас используем, чтобы эти уроды к нам в подземелье не зашли.
Так, давайте, наверное, не будем уже доброе существо валить. Нафиг оно нам сдалось? Погнали, наверное, все-таки. Сопляки на поездах. Ага, еще сопляки. Третий сезон одобрили, ё-моё. Они заплатили мне столько, что им пришлось вдвое увеличить стоимость подписки. Жесть. Мне слов не хватает, чтобы выразить свои мысли на этот счет. У меня классическое образование. Король Лир, Гамлет, Фауст. Все это игра на сцене, пусть в зале сидела только моя мама. Да ладно. Лучшая публика это мама. Да, мы это все слышали, твое нытье. Ты у нас такой артист, что вынужден торчать с нами, чтобы заработать себе на хлеб. И бла-бла-бла. Ты за это заплатишь. Тали, удивленная злость, сейчас только заметили, что последний гномий поезд был невероятно хорошо защищен. А неотесанная деревенщина вроде Тали ни за что не смогла бы его уничтожить. Серьезно? Ой, спасибо, ты рассказчик, бываешь полезным. Думаю, для тебя найдется где-нибудь местечко и работенка. Нет, они хотят переманить нашего рассказчика. Это низко, даже для вас. Так, ребята, коварство забираем. Опять? Да только что ж были. Так, давайте портал тогда сюда. Слушай, ну реально, буквально только что были. А, ну у них же тут портал остался, да-да-да. Ребята, а чё их так много? Так, шипы, летучие мыши сюда. Ну, поехали. Классическая драка толпа на толпу, где на экране непонятно. Вот вы понимаете, кто с кем дерется? Вот что тут происходит? Я ни хрена не понимаю из-за этого обилия спецэффектов. Буквально. Вообще ни хрена непонятно. Но кто-то с кем-то дерется. Это самое главное. Так, а вот и портал их вонючий. Давай мы его немножко утихомирим. Поехали. Слушай, у нас даже мана закончилась. Она там идет? Да, вроде как копают ману. Так, это там какая-то принцесска опять едет. Насрать на нее. Сломайте, будем надеяться, последний поезд. Реально, будем надеяться. Эх, как ж долго. Миссии по полтора часа. Какой же ужас, да? Хотя я не знаю, сколько на ютубе вы увидите это видео. Может быть, я что-то где-то обрежу, как обычно. Вырежу лишнее, как мне кажется. Возможно, видео будет покороче. Но не... Ну, часовое оно будет точно. Как бы полчасика, может быть, я и обрежу. Но не больше. Потому что это прям жесть, как много здесь всего. Ну ты глянь на это дерьмо. Ну мы вроде, кстати, терпим. У нас брони до хера. Прям очень много. Такс. Коварство уже просто так валяется на полу, его даже никто не берет. На портал напали. Херово быть порталом в этот момент. Ну, думаю, это не самая главная беда. Так, мы освободили 3/4 сопляков. Брунхильда, милая, тебе стоило лучше подготовиться. Ну, или книжку там какую прочитать. Похищение для чайников. Что-то в этом роде. Эй, ты за это заплатишь, стерва ушастая. Не смей шутить над моей дислексией. Мой план еще работает. Вот увидишь. Если ты хотела проиграть и отправить своих гномов на смерть, то надо было так сразу и сделать. Все? Еще последний сопляк остался. А где он? А дерьмо собачье. Хорошо, что Нуцвик заплатил мне авансом. Еще и существа балахуна закончились. А где последний? Еще увидимся, остроухая. А где последний? Подожди, ну последний же где-то еще есть, да? А его нет нигде. А, точно, извините. Совсем про него забыл. Так, ну тут, я думаю, поможет нам портал, наверное, да? А ваш портал не сработает? Не, к сожалению, наверное, не сработает. Слушай, а реально последний остался. Он тут сидит, ждет, думает, ну-ка даже меня освободятся, сколько можно. Вообще ничего не происходит. Так, ребята, все домой.
Ну ладно, не все, хорошо. Так, золотой портал сдох. Ну туда ему и дорога. Так, погнали соображать последнего. Так, отлично, портал не заработает никогда. Так, хорош ломать мои вещи, ужасная тварь, я из твоих бровей пипедастр сделаю. Ну попробуй. Если получится. Так, ребята, пошлите все-таки последнего освободим. Ну сколько можно? Полтора часа уже сидим на этой миссии. Кошмар. Это очень долго. Возможно, я даже разрежу это дело на две части. Но я не знаю пока что. Талия справилась. Совет сопляков был свободен. Что? А, ты об этом. Да, здорово, что мы когда-то кого-то освободили. Но эта надоедливая гномика сбежала. В этой серии игр всегда так. Как бы они еще сделали достаточно заданий. Да-да-да-да, я знаю. Ничего лучше эти разработчики придумать все равно не могут. Ну да ладно. Тогда, может, мы просто уедем в закат и по дороге еще что-нибудь сломаем? Тоже неплохо. Это да. А, мы скорпионов всех не убили. Ну и срать я хотел на скорпионов. Ну что ж, на третью миссию за пригоршню золота мы отправимся уже в следующем видео. В следующую миссию, так сказать. Если вы на канале впервые, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте и не забывайте переходить по прекраснейшим ссылочкам в описании. Чекайте нашу группу ВКонтакте, Дискорд канал и заходите на наши стримы на Твиче. Всем удачи и еще увидимся на нашем канале. Всем пока!